Здравствуйте, друзья! Вчера на дне рождения известного композитора поклонники были потрясены горькими новостями о своем кумире. Во время празднования его 69-го дня рождения Игорь Яковлевич Крутой почувствовал себя очень плохо и потерял сознание, в результате чего его срочно госпитализировали в Москве. Как стало известно журналистам, у композитора начались проблемы с сердцем. После осмотра медики приняли решение о его госпитализации. На связь с журналистами вышел Игорь Николаев, близкий друг Игоря Крутого, который подтвердил трагические новости. Врачи утверждают, что всему виной ослабленная сердечно-сосудистая система музыканта после перенесенной онкологии поджелудочной железы. Крутой много лет живет на строгой диете и недополучает необходимых для жизни веществ. Несколько лет назад врачи уже избавляли его от проблем с желудком, и он долго восстанавливался после этого инцидента. Это привело к потере веса и значительной ослабленности. Игорь Крутой рассказал, что недуг дал о себе знать еще до рождения его младшей дочери, и он постоянно переживал за судьбу своих близких. Он говорил: «Я все время думаю, что будет с родными, если меня не станет». Композитор испытывал страх перед смертью, особенно после утраты близких друзей, таких как Дмитрий Хворостовский и своего отца, которые также ушли из жизни вследствие рака. Игорь Яковлевич до сих пор не может смириться с уходом родных людей и продолжает бороться со своим недугом. На данный момент известный композитор находится в больнице в платной палате. Врачи оставили Игоря Крутого в больнице и наблюдают за его здоровьем. Они считают, что известного пациента еще рано выписывать. Ему нужно провести полное обследование, назначили капельницы и предполагают, что в больнице он проведет не меньше недели. По их мнению, в таком почетном возрасте не стоит пренебрегать здоровьем.